И всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, а мы находимся с вами в Майнкрафте в версии сборки Project Ozone 2. И мы сегодня будем с вами переносить нашу, так сказать, ядерную систему уже в другой мир. Ну и для начала нам потребуется сам мир. И как мы с вами определились, будем брать вот этот портал в прошедшее тысячелетие, посмотрим, что там творится. Наверное, пусть будет тут, недалеко. И давайте проверим, как она... Как ты... О, правая кнопка просто нажимается. Как я и думал. Так, и что тут у нас за мир такой? Привет. Ты что-то у нас делаешь? Последний выживший, типа, вилледж. Интересно. Нифига себе. В общем, интересно. Вот такой вот у нас мир. Пустой-пустой. Ну, кстати, очень подходящий для нашего... для нашей ядерной системы, да, почему бы и нет. Поэтому перемещаемся обратно и с вами будем использовать с вами, наверное... О, почему ты сюда-то меня перемещаешь? Это плохо. Блин, а? Я-то думал, он в то же место переместит нас. Ну, ладно, будем тогда с вами в следующий раз использовать уже перемещение вот это наше, так сказать, наш телепортатор. Ладно. И вот эту всю бандурину мы с вами будем переносить. Каким же образом? Каким? Вот это самый главный вопрос. Будем с вами использовать, знаете что? Apple Energy Stick. Будем использовать пространственные пилоны. Где они здесь? Вот они. Одну штучку мы скрафтили, этого более чем достаточно. И такие пространственные пилоны вроде бы у меня даже и были, мне давали за награду. Где-то должны лежать. Пилоны, пилоны, пилоны. Неужели вымесида убрал? Так, как там? Да хватит. Да, один есть у нас. Хватит, нет, да, думаю, хватит одного. Даже тут еще вот один есть такой. Хорошо. Выучим. Возьмем с вами несколько стеков. Также нам потребуется что? Изменчивый кабель. Изменчивый кабель в больших масштабах. Угу. Так, дальше, что еще нам потребуется? Ну ладно, изначально мы с вами пойдем сюда. И как это все будем делать, мы переносить? Во-первых, нам нужно это все дело указать. Откуда, докуда и так далее. Так, если не ошибаюсь. Да, 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 да. Булыжник давайте чуть мы с вами возьмем. Нам пригодится. Так, это все дело спрячем. И укажем. Да, вот так вот. Раз. Все отлично. Нам нужно будет все наши углы указать вот таким вот образом. Надеюсь, я все правильно делаю. Ну, вообще, по сути, это все должно быть правильно. Ой, как много-то. Все. Верхний слой обязательно тоже вставить. То есть, все, что будет внутри, все перенесется. Поэтому я делаю это за один блок от всего. И здесь тоже один блок снизу. Так, дальше. Это все дело нам нужно, по идее, еще и запитать каким-то образом, да? Поэтому сейчас это... Ну, на каждом углу сейчас это все расставлю. Проводочки вот эти увеличу. И продолжим с вами. Смотрите, как вы увидели, со всех четырех углов я установил пилоны. Вообще, по идее, можно это все закольцевать, но не обязательно. Так, дальше нам потребуется вот пространственный пилон. Ну, пилон,
пространственный порт ввода-вывода. Вот он. Также это все дело нам нужно запитать. Как же будет у нас запитываться все это дело? Так, во-первых, возьмем мы с вами, наверное... Не конденсатор материи. Вот, приемщик энергии. Сейчас его скрафтим. Вот он. И также нам потребуется еще тессеракт. Тессеракт. Все, готов. Так, и давайте это все дело соединим. Че? Почему все-таки... А, я не то создал, сори. Да ё-моё. Загляделся. Они просто чуть похожи, знаете, такие. И бывает не то даже крафтишь. Так. Установили. Так, указываем тебя. Так, смотрите, окраску они свою поменяли, это отлично. И сколько энергии потребуется? 46 миллиардов РФ. То есть, эффективность 12.33. То есть, видите, эффективность 12%. Чем больше эффективности, меньше энергии будет потреблять наш мир, то есть сохранение нашего мира. Ну, мира, как его, все, что находится у нас здесь внутри. Чтобы это все дело увеличить, мы можем еще где-то тут, ну, без разницы где, вот по всей этой длине, поставить еще наши пилоны. В любых масштабах, можно вот такие вот маленькие, коротенькие, можно выше, ну, без разницы какие, от этого будет меняться эффективность. Эффективность поменяли, и РФ у нас уменьшился. Но так как у меня много вроде бы энергии, мне должно это хватить. 46 миллионов РФ. Поэтому я не буду более эффективно делать. Да, я могу сэкономить свою энергию, но это, знаете, не принципиально. И сюда нам нужно будет какие-нибудь ячеечки положить. Так, а давайте... А у меня есть что-нибудь такое? А, давайте вот тут вначале посмотрим. От них будем уже отталкиваться, что нам потребуется. Я первый раз этим занимаюсь, если честно. Но примерно я понял, что к чему здесь. Вот, пространственный компонент. 64. Угу. Ты что ли к нам потребуешься, да? А, вот они, 128. Угу. Пространство. Вот, 128 есть. Самую большую взял ячеечку. Так, накопленная энергия максимум РФ. Или все-таки не хватает? Слишком, наверное, большой объем того, что нужно сохранять, если не ошибаюсь. Блин, а это будет плохо. 12.7 эффективность. Давайте проверим. Если я еще пару столбов возведу, что изменится? Мне самому интересно уже просто. Первый раз играю с этим делом. Хватит. Так. Давай. Даже можно не до конца. 12.7 было, 15.05. Уже меньше энергии потребляет. Но все же, как ты это все сохраняешь-то, а? Жесть. РФ. Так, а давайте глянем, сколько у нас вообще там хранится энергии. Так, РФ. 172 миллиона РФ у нас тут есть. Или, подождите, миллиарда, или что? Вообще, по идее, это миллиарды, да? А здесь нам потребуется сколько? Блин, не знаю, миллиарды, миллион, что это такое. Ну, в общем, возведу еще, наверное, кучу таких столбов везде. И к вам вернусь. Так, ну, смотрите, я чуть-чуть увеличил это все дело. Так, вот как вы видите снизу, раз, два, три поставил. Вот это почему-то, когда я запитал, что-то все красное у меня стало. Но, видимо, слишком много и так уже поставил. Так, нам потребуется еще с вами рычаг. Рычаг, обычный рычаг. Так.
Отлично. Ставим нашу ячеечку. И смотрим. Эффективность 20%. 37 миллионов или миллиардов РФ потребуется. Чё? Странно. Что-то сделал не так. Так, рычаг улетел. Так, давайте магнит включим. Магнит. Так, рычаг. Давайте сверху установим. Не хочет. Возможно, просто из этого мода он не хочет перемещать вещи. Это плохо. Либо просто пространства на ячейке мало. Так, пространственная ячейка. 128. Ячейка хранения, все верно. Тебя ни во что нельзя переместить. Ну, улучшить точнее. Блин, вот будет обидно, если нельзя вообще. Ух, так, давайте еще раз сверюсь я. Видите, все красно становится. Почему, не знаю, видимо, слишком много реально. А если еще где-то подключу? Да, все становится красным. Слишком много тоже перебарщивать не стоит. Энергии, по идее, должно хватать. Странно. Ладно, сейчас разберусь, и я к вам вернусь. Ну все, народ, я вернулся. Смотрите на эти возвышенности. Я устал, если честно, их возводить. Я просто добивался 100% эффективности. Посмотреть, насколько это эффективно и что же тут у нас случится. Поставил также энергетический ячейк, чтобы хранилась у нас тут энергия из Apple Energy Stick. И получилось, в общем, что эффективность 100 и все употребляет 66 миллионов Apple Energy Stick. Это очень мало. По сравнению с тем, что он требовал там гига РФ, то есть миллиарды. Это просто был ужас. Пришлось мне убавить. Поставил энергетические ячейки, хранятся и он 83 места, а нам нужно всего 66. В итоге классно. Посмотрим. Надеюсь. Я скрестил пальцы. Надеюсь, это проканает. Давай. Удиви меня. Что-то случилось. Но что? Он всю жидкость. Народ, вы представляете? Он лишь только жидкость перенес. Ну ё-моё. Что за подстава? Сумочка что-то пролетела. То есть все-таки таким образом не перенести это все дело. Ну что за обидка-то такая? Ну, знаете, попытка не пытка. С одной стороны, с жидкостью не надо будет возиться. С другой стороны, жалко вот эти все весь Елориум, что там внутри. Но по-другому не перенести, видимо, только стандартные майнкрафтовские вещи и жидкости он переносит. А по-другому нет. Я думал, что это будет эпично. Нажал, она все исчезла и появилась там. Но нет, это не так. Обидно. Что делать, не знаю. Ну ладно, наверное, буду все-таки переносить это вручную. Это займет дольше, больше времени, но куда деваться. Ну зато смотрите, какая красота. Кстати, мне вот интересно, а жидкость вернется, нет? А как обратно-то вернуть? Так. Оп. Жидкость вернулась, смотрите-ка. То есть, ну так вот легко можно переносить. Но, блин, жалко, что с этим не сработало. Я-то думал, что сейчас будет все так легко и просто. Но нет, нас обломали, народ. Это очень плохо. Ладно, буду сейчас эту всю конструкцию разбирать.
разбирать это будет проще и быстрее, но все же обидно, обидно очень. Ладно, мы постарались. Сейчас я, наверное, как-нибудь постараюсь это все перенести, все дело туда. Как только перенесу, я сразу к вам вернусь. Ну, ждем. Ну и как вы видите, я наконец-то их перенес, это все дело. Конечно, мне пришлось делать это все вручную, поэтому серии долго не было. Я это все дело разбирал и в другом месте собирал полностью. В этот раз же использовал другие жидкости. Как вы видите, здесь все пусто. Переносил я в тот именно мир, в котором мы с вами договаривались. Вот именно в этот. Сейчас переместимся в него. Поехали. Вот, перенесся сюда, возвел всю структуру заново, полностью с нуля. Вот она. Конечно, вот не добавил красок, но в плане того, что стекол. Если честно, хотел. Ну, ладно. Внутри, давайте, пока еще все равно не заполнял, я вообще нифига. Здесь у нас, как вы видите, криотиум. Вот. Чисто один ряд его криотиума. И ничего более. То есть всего лишь один ряд. Здесь сбоку я сделал две розеточки. Вход-выход, как всегда. Ну, и все это дело будем с вами запускать. Но это уже будет в другой серии. В следующей серии с вами установим уже батареечки. Поставим ME-сеть. Точнее, сделаем продолжение с того мира в этот. Ну, в общем, это все уже на следующую серию остается. Вам показал, что перенес, что все хорошо. Вообще все прекрасно. Ладно, с вами был Милтон. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.